общем, народ, делаю сайт на Tilde, переходим к этому этапу создания сайта. Здесь пару референсов. Кстати, референс я беру как визуализировано у Procreate. Это приложение, которое для рисования. И мне нравится их сайт. То есть будет черный вариант такой. Так что следующий этап. Будем начинать делать с вами дизайн. Я буду начинать. Сейчас приду домой, будем делать. Итак, записал кучу задач, вот, которые будут на сайте, то есть закинул идеи всякие. Тут написал вообще, как будет структура сайта выглядеть. Посмотрел, по-моему, в видосике меня на стриме чувак скинул более структурированно. Вот у нас получается логика его. Тут идеи, все блоки, которые должны, собственно, и быть. Поврезал просто из бумаги разные прямоугольнички, на них написал все возможные блоки сайта, сейчас буду структурировать их. Короче, сейчас я, получается, делаю wireframe, и, собственно, этими магнитиками буду крепить вот эти все штучки к доске. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Берем один и крепим к доске. Итак, в общем, структуру сейчас создаю, вот, будем двигать так магнитики. И после этого уже буду сам сайт пилить. Вот. Так что продолжаем. Себе Wireflow, который по сути показывает те действия, которые должен преодолеть пользователь для, собственно, покупки. И мне намного так естественнее и понятно, какие этапы он проходит и на каком этапе я буду получать от него там письмо или, я не знаю, уведомление о подписке. В общем, у меня получается три этапа, которых идут в MailChimp, то есть тут у меня будет рассылка храниться, и оттуда будут отправляться извещания и рассылки, короче, и все такое, вот. И обычные нонсабы, то есть база будет имейлов, которые люди будут с вопросов. У меня на сайте есть кнопочка в правом нижнем углу, где люди могут задавать вопросы, и, собственно, эти имейлы я буду получать как нонсабы, то есть без подписки, но которые в дальнейшем, возможно, буду им что-то тоже рекламировать. В общем, это моя схема, как сейчас это выглядит. Вот здесь у меня, кстати, с менюшки. Я вот не знаю, куда будет переходить человек. Вот он попадает на пак. И не знаю пока, куда он будет переходить с этой страницы пака вообще. То есть она просто страничка лендинг, и все, и никуда ты не класснешь. То есть, и я думаю, может, стор сделать страничку, но это, наверное, позже. Вот, который человек сможет переходить. И, в принципе, что там будет, кроме пака, да, может быть, VHS-элементы. Кстати, будет продажа, наверное, на Gumroad происходить. То есть, после покупки, вот эта красная линия, это покупка. Вот, и человек, получается, будет идти на Gumroad, и с помощью Gumroad он будет переходить по схеме Gumroad, вот там оплату, там PayPal, или, я не знаю, какие у него условия. Ну, и потом получит, по сути, письмо, спасибо за покупку, ну, и автоматически в базу внесем его как человека, который купил. И он будет вот с этой обезьяной тут разбираться потом один на один. Так, туш, 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 туш.
В общем, сегодня пятница. Опа, на фоне должны быть видно голуби, я не знаю, гуси кто-то полетели. В общем, сегодня пятница. Многое не снимаю, многое не показываю, что я делаю, процесс, потому что там такие нюансики разные, которые, ну, не всегда снимешь, не всегда все расскажешь. Надеюсь, меня вообще слышно. Что хотел сказать? В общем, я закончил сайт, я уже начал его оптимизировать под SEO, сделал какие-то основные ключевые вещи, которые Tilda советует сделать для оптимизации SEO, типа таких, как Google Аналитику закинул, потом Яндекс Вебмастер, который тоже, кстати, еще не сделал, но вот сегодня, наверное, сделаю. Также реализовал email-рассылку, уже тестовое письмо есть, которое отправляется и будет отправляться человеку при скачивании фри-версии. И я сделал это не на MailChimp, потому что MailChimp все-таки как-то... мне что-то показалось сложным, мне лень было, короче, разбираться. Я взял какой-то SendPulse сервис и его использую сейчас, вот. Такие вот дела. Еще нюансы такие, что я купил домен наконец-то. И теперь у меня есть Zui World, который называется zuiworld.com. Вот. И теперь это все подключено. Вы можете заходить на ссылки, заходить на этот сайт и уже смотреть мой сайт с этого домена. VHS-пак. Ну, все, короче, под ним работает и будет с ним, собственно, ассоциироваться. Конечно, много нюансов, с которыми столкнулся, такие как, опять же, эта email-рассылка, подвязка писем, ссылок, возможность скачать человеку, перекидывать на Gumroad. Это все кажется достаточно просто интуитивно, но когда его куча много, все нужно структурировать, и в этом всем теряешь. И самое интересное, что, наверное, также с видосом у меня финальная часть, я закончил его, это вы уже видели, наверное, или не видели, не знаю. У меня там была музыка, которую я использовал, и я ее использовал из-за того, что она была достаточно дешевая, там в районе $7-9, а сейчас она стоит уже 27, вот. Ну, в моем бюджете это многовато, но придется покупать, потому что все уже реализовано с этой музыкой, и нужно делать теперь с этим все, потому что, ну, блин, переделать видос там мне дороже обойдется. Также, еще я снял туториал видоса, который будет показывать людям, как пользоваться паком. Английская и русская версия. Короче, два варианта. Вот. И когда человек будет заходить, у него будет русская и английская версия сайта, и он будет это... Ну, соответственно, на русском версии будет русская видос с туториалом, на английском – английская. Ну, в общем, такая тема. Так что вот так вот. Погнал я дальше работать. Ну что ж, в принципе, сейчас покажу так, как сделал я свой сайт. Вот, страничку для продажи, собственно, самого пака. В общем, вот так это уже выглядит. В принципе, я определился. Черный стиль, мне все нравится. Вот, тут трейлер будет тоже. Сделаем. В общем, уже все готово. Вот, и мне, что я показываю, вообще не готовый до конца материал. На самом деле, я просто хочу еще заменить вот эти фоны задние. Я вот пришел к тому, что у меня задний фон был, вот видео, как вот с паком работается, соответственно, создаются какие-то элементы, что-то настраивается, типа, я думал, прикольно. Но я как случайно добавил сюда трейлер, короче, и выглядело очень, ну, в разы круче, реально, какие-то кадры, оно смотрится еще более так коммерчески, что ли. И потом я пришел к тому, что можно, на самом деле, отдельные кадры какие-то под VHS обработать и на фон положить, там, секунд на 15. Вот, и будет прикольно. А вот эту саму подложку как раз в блог How It, What Inside, вот, вообще идеально подходит, и как бы очень по смыслу подходит, что внутри. И, собственно, я тут и показываю. Тут перечень эффектов, тут показана какая-то часть эффекта, ну и как бы план уже финальный. Выбери свой план, фришный или прошный, ну, то есть платный. Вот, такие дела. Так что, в принципе, этим буду заниматься. Еще вопрос, я думаю, что мне нужно вот эту часть адаптировать, потому что вот это все, каждая отдельная картинка, гифка. Каждая картинка весит, по-моему, в районе там мегабайта. И вот это все вот в сумме, я не знаю, мегабайт 20, наверное, весит. Но это много для сайта. Есть вариант это на самом деле сделать одним видео, вот, фоновым, которое будет в разы меньше занимать. И вот так вот все будет выглядеть. Не знаю, я пока думаю, вот, есть ли в этом смысл. Но... сложность в этом видео в том, что, наверное, тут я без проблем вот зашел в пак и без проблем могу заменить вот эту картинку на любую другую. Любую картинку могу выбрать. Вот. Но по факту как-то это удобно очень. Но, блин, то, что она весит 20 мегабайт, это не катит. Так что есть вариант, наверное, просто адаптировать, наверное, гифки, может, сократить. Вот.
Ну, или видос делать. Ну, в общем, такие дела. Так что сайт, в принципе, готов. Мне все нравится. Нужно какие-то форумы подключить, там на Gumroad залить сам проект. Вот. А так все. Буду продолжать работать. И сейчас у меня этап, я создаю фоновое видео для первого экрана. Ну и буду идти дальше.